Опять посидит, посидит, посмотрит, прыгает, а там мама связала как кружочек из угу. ней, так это ее шерсть, она как набитая плюшка, вот она у нас такая вот, прямо у нее это густо шерсть. И вот, значит, она опять посмотрит на меня, я на том кресле сижу, здесь столик, телефон, разговариваю. Она посмотрит на меня, опять платок, значит, это и опять, и вот так ласка. А наши новые стулья, эти, которые Валерка привез, два стула, а четыре еще так и болтаются в гараже. И вот, что ему ткани-то нравятся, Никита мне. Мам, надо веревку купить, сделать его, как... Слушай, это твой кот или мой, в конце концов, ну сделай это. Так, я застелила с одной стороны. Он, падла, подходит с обратки и когти точит. Говорю, убью! Он так не дает. Купила как чистку красивую, когти эту, дралку. Такая вот красивая, столбик обмотанная, две или три мордочки там, это и по фене. Да? Вот это вот все. Нет, она это не любит. Вот. А мы специально купили, на полу что... ковер дерет, да? Вот мне уже до дырки там. Ну, думаю, на мою жизнь хватит, а детям нафиг нужен этот надо ковер. Взять вот эту траву кошачью. Ага. Или немножко, ну, волокординчик они любят, да, чуть-чуть капельку пообрызгать и кошачьей травой помазать хорошенько. А. Вот кошачья трава, она, знаю, у нас выращивается. Я с дачи привозила, но она как-то не клюнула. Она ей обожает этот корешок, подсохнет, а он же мочковатый такой. Она его вот бесится, Маша говорит, старшая, говорит, мам, я что-то ее побаиваюсь, она это как подбросит. Вот этот пучок летит, а потом чуть бешеная становится. А мы натирали вот эти вот все, вот это самое. Я почему купила ему вот эту штуку, то есть она кошатнице позвонила, она говорит, Галь, говорит, у него нет своего места. Он занял нашу кровать, и я говорю, дай заправить кровать. А она со мной, но без меня она на ней не спит. Она вот только, слышу, она вдоль спины меня вытянулась, я встаю, кручусь, я перевернусь на другой бок долго. Она перелазит через меня опять, и мы вот нюх в нюх, морда в морду. Но она храпит ведь громко, я говорю, мне... Кто кому перехрапит? Я понимаю, что я храплю тоже, но она меня громче, она будет. Нет, и на подушку стала убирать. Вот две подушки, она на ту подушку, а я на этой. Она ведь нос к носу, и мне будет это получается. Я убираю ту. Она на мою гнездисоморду положит, чтобы у нее...